Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Disney Alice in Wonderland. Алиса в стране чудес Диснея. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше чудесное приключение. Я пока монтировал предыдущую серию, заметил кое-что. Смотрите, я не думаю, что разработчики бы не дали возможность забрать те сундуки после победы над боссом. По-любому мы можем их как-то взять. Если на них не действует наша суперспособность, то мы воспользуемся камнями. Мы ведь можем бросаться камнями, действительно. Что если просто разбить эти столбы или сбить сундуки? Попробовать, в принципе, можно ведь? У тебя вот выдающийся талант, Зайц. В принципе, это довольно логично. Так, а там тоже сундук. И там. Еще два получается, хорошо. Не то чтобы нам это прям критически было нужно, но просто почему бы и нет. Так, а вот эти камешки не восстановятся? Вот. И по идее вот этот камешек именно сюда. А вот. Как раз 4 камешка. Я просто пока монтировал видео. Заметил, что камни-то вот лежат, а камни мы можем бросать. Если мы не можем ничего сделать с этими колоннами самостоятельно, так может просто камнем бросить и разбить их? По-другому ведь никак. Кстати, трава появилась снова. А сундук нельзя разбить? А нет. Так, нам опять мартовский понадобится заяц. Давай вверх. Ну ты даешь. Алиса, ну ты хотя бы бегай, собирай эти идеи. Невозможные. Невозможные идеи. Идея. О. Получилось! Чудесно! Еще бы! Конечно, получилось! С
Чё бы вдруг у нас не получилось, Алиса, а? Так, опять вот эта штуковина, но у нас нет шахматных фигур. Ну вот одну фигуру шахматную были нашли, и всё. Больше ни одной. Сюда. Так, ну интересно, где же они все спрятаны-то, а? И обратно мы не можем вернуться, чтобы там... Стоп. А, понял. Чтобы там повыдергивать сундуки. Как у тебя все просто. Смотри, там лестница. Воспользуемся. Подождите, а это... Чтобы найти дорогу, нужно подняться повыше. Так это то место, где мы были? Так вот мы вернулись обратно. Слушайте. Твою ж дивизию. А там теперь... Вон те участки дороги что-то дрожат. Начинали мы вообще вот оттуда. Вот я вижу, там сундук есть, который мы почему-то не взяли. Надо вернуться туда, на к цветам, потом сюда, потом уже. Не то ты. Нет, а вот это вот, что вот это? Почему дрожала вот эта вот дорожка? Используй часы, и все остановится. А, эта стена сюда упала. Думаю, что за грохот? А так мы что, сейчас обратно возвращаемся? Подождите, а может быть вначале сбегать туда, к тем цветочкам? А чего он вращается? То, что все восстанавливается после перезахода в игру, это с одной стороны хорошо, потому что можно много насобирать идей. А с другой стороны не очень хорошо, потому что не получается локацию полностью зачистить. О. Сундук висит в воздухе. Он парит. Алиса, ты еще не привыкла к этому? Вот это да. Я уже привык. Ну туда мы как раз таки шли к Абсалему. Нам ведь туда сейчас, по идее, не нужно уже. Ну посмотрим, сейчас пройдем в ту сторону. Если там появится какая-то, допустим, дверь или портал, то заходить не будем. Если забраться на статую, можно увидеть, где выход. Топ. Ай. Промахнулся. А если вот сюда пройти? А там тупик просто. Там статуя, две скамейки.
А так, подождите, нам как раз показывают, куда нужно, да? Желтым вот этим ведь. Значит, нам туда нужно в итоге. А что там по пути к Абсалему было? Там были сундуки какие-то, которые мы не могли взять? Я не помню. И почему здесь, смотрите, вот дрожат платформы? Ух ты, чего я сделал? Лабиринт и зло! Туда поверни, сюда поверни, а голова идет кругом! Перепрыгнул и дело с концом! Это секретный проход такой мы сделали, чтобы сократить путь. Ну подожди, все равно я хочу вначале тогда сходить... Вот туда. Давайте-ка мы здесь сохранимся. Кстати, да, нужно сохраняться в разные слоты, потому что здесь есть несколько багов в игре, из-за которых нужно именно перепроходить игру заново, то есть создавать именно новый файл сохранения. В общем, как-то так, я толком не знаю, но что-то типа такого писали. В Стиме очень многие жалуются, что им, чтобы пройти игру, пришлось несколько раз начинать заново. Потому что некоторые баги именно привязаны к файлу сохранения. Так, в принципе, раз уж мы здесь уже проходили, давайте не будем заново всю траву вот это вот вычищать и так далее. Мы идем чисто за сундуками. По чуть-чуть будем вот так бежать, просто и собирать. Но полностью пылесосить не будем. Полностью мы пылесосим в первый раз. Так, вот давайте смотреть. Комары появились. Да даже не будем обращать внимания на комаров. Просто пробежим, посмотрим, есть ли где-то еще... Сундуки недостатые. Вот, 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 есть. Хорошо, что вернулся. Эх, мне бы так уметь, как ты, заяц. Да, было бы классно. А там еще стражник. Эй, наверное, думал, сюда. Я не думал, что они появятся заново. Вот тебе! А здесь еще вот такие вот есть сундуки. Сюда нам еще придется в итоге возвращаться. Тогда, может, не стоило сейчас сюда бежать. А, вон там еще есть сундук в земле. Но я попросту надеялся, что, может быть, в одном из сундуков мы найдем шахматную фигуру. То, что
что я не столько за сундуками и за идеями возвращался, сколько в надежде, что найдем шахматную фигуру. Но, судя по всему, нет. Тут тоже невидимый. И еще тут. Ну, тогда возвращаемся. Вот теперь уже возвращаемся, уверенные, что мы не пропустили ничего. Что могли, то мы сделали. Летают тут всякие насекомые, вредители. Сейчас мы, получается, вернемся к началу и куда оттуда? Посмотрим. Можно, конечно, воспользоваться тем, что нам заяц сделал быстрым переходом. Да, воспользуемся. Но я лучше пройду вот так вот, чтобы проверить, вдруг я там где-то сундук еще пропустил, потому что я не запомнил сверху, где там они были. Где-то там справа был сундук. А, в принципе, можно было все-таки сюда пройти. Вот мы уже и прибыли. Здесь тоже можно короткий путь сделать, понятно. А где же? Где-то... Вон сундук. А, вот один в земле сундук. Вот туда нужно пройти. Вот туда, а потом... Туда. Ну, на всякий случай, давайте вот это вот подымем. А вот так, пускай будет у нас дорожка. А, так это прямо к выходу даже. И там тоже еще сундук. Так, три сундука нам сейчас нужно с вами найти в итоге. Один... О, вон где. Стоп, ай. Не вижу, не вижу, не вижу ничего. Где? Кто? Подышь. Как тебе удалось? Но это невозможно. Алиса, здесь возможно все. Тихо, тихо, тихо. Чуть не нарвался. Твисп. Эй, наверное, сюда. Если забраться на статую, можно увидеть, где выход. Еще один сундук.
А давайте заберемся на статую, чтобы его увидеть. А вон он. Понял. Трава замедляет, поэтому лучше ее уничтожать по пути. Вот. Эх, мне бы так уметь, как ты, заяц. Да, я бы тоже не отказался так уметь. Все, по-моему, мы не пропустили ни одного сундука. Почти 10 тысяч. А, ну вот мы, в принципе, пришли в начало. Кстати, а здесь? А здесь по поводу сундуков? Десять тысяч невозможных идей. Прекрасно. Так, ну хорошо. Куда дальше? Ага, а вот куда. Этот прячется тут до сих пор. Нашли мы тебя. Тише, где-то прячется тролля-ля. Не видали его? Искать надоедает. Вот считать интересно. 7, 12, 5, брат отра... Тебе искать. Ну, а мне опять считать. Ага, ты у нас считаешь, и мы должны искать, да? Понял. Где-то он здесь был. А, вот и он. Как меня разглядели? Я же был невидим. Далеко тебе еще до чеширского кота? Нашел! Обратно из туда, подглядел. Ты просто проигрывать не любишь. Решим наш спор, сыграв еще раз. Да, давай заново. Восхищен, впечатлен. Наши вам поклоны и прочие реверансы. Прощай, в добрый путь. До новых встреч. Они забавные. Вот очень забавные. Даже их не походка. Очень смешная. А теперь, наверное, дверца освободилась-то маленькая. По поводу чеширского кота. Как-то странно, мы до сих пор кота не встретили. Где он? Это мы в круглую комнату сейчас вернемся. А, ну там же целая куча дверей, в принципе. Во-первых, сохранимся. О, какую дверь теперь? А вот это мы... Я не могу развернуть здесь камеру, поэтому вот это вот все остановить я тоже не могу. А, могу. Ну, здесь по-прежнему мы ничего сделать не можем, кстати. Так, а в какую теперь дверь нам? Или проверять все? Ну, давай будем проверять. Там невидимость нужна.
А там дверь летающая, слушайте, подождите, а что если ее опустить сейчас, а? А ну-ка. А ну-ка. Как у тебя все просто. А ну-ка, сюда, наверное, да? Ну, пойдем сюда. Какая-то такая прям более осенняя, скажем так, локация. Опа, сундучок за дверью спрятан был. Так можно было и не заметить его и убежать. Любопытство вознаграждено. Ладно, давайте абсолютно все ломать мы не будем, потому что оно восстанавливается, так что смысла нет. На 100% все равно здесь нельзя. Никак все зачистить. Всякий раз восхищаюсь, МакТвисп. Мы будем стараться, по крайней мере, то, что не восстанавливается, то есть сундуки. Абсолютно все добывать. Так, здесь тоже сохранение есть. Ну, давайте сохранимся. Алиса, отойди чуть-чуть. Не знаю, можно ли нам в воду падать. Но я думаю, лучше не рисковать, там вроде глубоко. Ух, там замок, смотрите, вдалеке. Кошмарное место. Идея, не улетай, не падай в воду. Все, вот здесь была упала, собралась она? Да. Так, там стражник, ну, с ним мы разберемся. О, тут супер сундук. Опять вот эта штуковина, этот магазин. Мы их встречаем очень часто, но мы не находим абсолютно фигуры шахматные. Странно. А зачем тогда так часто просто магазины, если шахматные фигуры это редкость? Быстрее! Так, что я должен сделать? На помощь их все больше. Что, нет? Еще? А, сражаться нужно со всеми. Что такое? Алиса? Так, а где еще?
Мы успели? А дверь? Здрасте, приехали. А что теперь-то? Думала, на этот раз они меня сцапают. Благодарю, спасли. А, так подождите, дверь мы сейчас... Эх, мне бы так лучше, как ты, заяц. Все или еще выше? А все, кажется. Так, у нас ран нету, нам лечилка не нужна. А нам дверь нужна или куда? Нет, дверь подождет. Получилось! Чудесно! Сюда. Да, нам именно дверь нужна. Тогда сходим сюда вначале. Хотя нет, стоп, тут тоже проход куда-то, там еще одна дверь, подождите. И чего? С вот этим ничего не нужно сделать? Нет? Может быть, эти следующие двери тут... Или тут одна? Нет, еще... А, одна дверь там осталась. А ну-ка, ну давайте посмотрим. Может быть, она в другое место ведет. Нам нужно выбирать как-то или что? Знак показывает, туда нам нужно. Ну а зачем вот эта вторая дверь? А может быть, она сейчас просто неактивна будет? А, так подождите, я сюда попасть не смогу. Туда мы, значит, по-любому потом. Все, у меня вопрос отпал. Кстати, а вода довольно красиво сделана в этой игре. Смотрите, прям очень приятно сделана вода. Да и персонажи, в принципе, все, кроме Алисы, приятные. Вот Алиса, она, ну, прям топорно вообще сделана. Как будто буратину рубили из дерева. А вот, допустим, кролик, заяц, мышь Соня... Очень хорошо сделаны. Приятно на них прям посмотреть. Эй! В эту сторону? Ага, в эту сторону. Я думаю, что такое. Вот и пришли. Там куда мы попали? Птичка Додо, заглючившая. Надо сюда ее... нам и было нужно. Разглючить. Это совершенно непостижимо. Сикурс. На курс? Курс какой? Что бы это могло означать? Нет, полнейшая бессмыслица. Чушь несусветная. Ладно. Сикурс. Так, тут поднять... А мне нужно отремонтировать дверь. Сикурс, на курс, курс какой? Может, это подсказка какая-то? Вот эта дверь сикурс. Может быть, мне в порядке очереди нужно сикурс, потом на курс. Нигде. Кстати, нигде целая. Мы даже можем ей воспользоваться. Интересно. На курс. Подождите, а если... Ой! А, нет, все в порядке, это просто сюда же перенесло. Так что пока туда попасть дальше? А, наверное, как раз-таки через сикурс на курс. Это, видимо, сейчас будет типа лабиринт такой с дверьми. Правильная дверь принесет нас дальше куда-то.
А ну хорошо, тогда мы берем вот этого товарища. У тебя выдающийся талант, Заяц. Да, и уши тоже выдающиеся. Это мы Накрус сделали, а Сикурс? Сикурс. А больше здесь нету частей дверей. Слушайте, Сикурс мы не восстановим. Это мы вышли из Сикурса. Так, уже что-то изменилось. Дверь стала невидимой. А здесь это все еще Сикурс? Это все еще Сикурс. Там у нас нигде, но нам сейчас, видимо, в нигде и нужно. Эй! Я случайно дверь уронил. Ой-ой. Это напоминает, не знаю, какую-то могилу. Вход в могилу какую-то. Ну ладно. Используй часы. И все остановится. Это было логично, да. Так, вот эту дверь. Ее нужно освободить вначале, а потом... Это Сикурс. Это Накурс. А нам сейчас куда? В Сикурс или в Накурс? Накурс. Мы, в принципе, были уже в Сикурсе, мы были в Накурсе. И то. А нигде мы восстановить не можем. Так, а сейчас нам куда? В Сикурс или в Накурс? Давайте в Накурс пойдем. Неправильно. Черт. С самого начала начинаем, да? Ну ладно, мы уже знаем, что делать. Значит, потом там не в Накурс нужно будет, а в Сикурс. Сейчас идем в Накурс, потом в нигде. Вот, теперь нужно в Сикурс. А, нужно ли нам восстанавливать дверь в таком случае в Накурс? Не знаю, на всякий случай пускай будет восстановлена. Пойдем мы все равно в Сикурс. Да. Вышли из Накурса.
Соня, твой выход. Покрепче не можешь ударить? Щитовик, вот это уже может быть опасно. Нужно разобраться, как его бить. Вряд ли просто спереди. Стоп, подождите, а если... Да. Ой-ой-ой, задели меня. Ай, мне же больно. А ну отпусти, отпустите. А ну отпустите. Бегу. Звони ногой. Скорее, я так долго не выдержу. Давай. Тут меня не найдут. Отскочи! Черт, не успел, чуть-чуть не успел отскочить. Ну все, тебе хана. А. Отлично. Как тебе удалось лишить их защиты? Великолепно! Мне это прям понравилось. Вообще боевка здесь очень интересная. Может показаться, что тут прям все очень просто. Кликаешь одной кнопкой, но здесь разнообразные анимации. И прям ощущается, как эта мышка Соня подпрыгивает сбоку, слева, справа, пытается его ударить сверху, снизу. И мне понравилось вот это вот, что пришлось сначала щит выдирать у него из рук, а потом переключаться на Соню и его добивать. Это было классно. Боевка здесь мне прям очень нравится. Так, подождите, вопрос теперь куда? В нигде мы пройти не можем. У нас было на курс нигде Сикурс. Теперь куда? На курс нигде Сикурс. Как понять, куда теперь? Мы можем либо в на курс, либо в Сикурс. Туда мы не пройдем. Либо в эту, ну подождите, не, зачем? Стоп, а сюда? А, нет. Либо в накурс, либо в сикурс. Как же ж определить? Накурс, сикурс, курс какой? У нас было на курс, нигде сикурс. Найти безумного шляпника, да. А вот куда ж теперь? Давайте в на курс попробуем. Но если что, придется опять все заново, конечно. Пробуем в на курс. Черт, надо было в сикурс. Так и знал. У тебя все просто. Теперь вы нигде. Так, на курс, нигде, сикурс, еще раз сикурс. Запоминаем, чтобы не забыть. На курс, нигде, сикурс, сикурс.
Камера, камера, камера. Используй часы. Все остановится. Вот сейчас придется ли нам опять сражаться? Ключевой вопрос. Это несложно, но занимает время. Это мы вышли из Накурса, теперь нам нужно в Сикурс. А нет, сражаться не нужно, хорошо. Идем в Сикурс. Отлично, правильно. Все, лабиринт мы прошли с дверями, да? Отлично. Сюда, вот так и знал, что туда, вот так и знал. Вот куда они поразлетались. Алиса, ты внизу могла бы пособирать, чтобы я не спускался. У нас уже 13 тысяч с половиной. Эти тоже поразлетаются, ну само собой. Так, налево или направо? Похоже, что сюда. А ну-ка, давайте тогда посмотрим, что у нас тут. А тут сундучок. А вот это что за место? Интересная выемка, как будто специально, чтобы что-то спрятать. О, смотрите, там еще сундучок. Ух ты, вот это да. Так, это я вот сюда же и вышел, к развилке этой. Что-то там? Там мост как будто придется отремонтировать, видимо. А вот это что за место? Второй раз такое уже встречаем. Мы можем здесь что-нибудь сделать? Желтая подсветка означает чувствительность к перспективе, но у нас еще нет силы перспективы. Мы еще не можем ничего делать. Следят, может быть, это чеширский котяра, наконец-то.
А это куда? Опа. Нам, видимо, сюда, но не-не-не, подождите. Я еще здесь не все осмотрел, здесь еще и сохраниться можно. Опа. Опять вот эти два товарища. А как к ним туда пробраться-то? Получилось! Чудесно! Ага! А что же там за дверь тогда? Интересно. Ну там за ними... Нет, за ними не тупик. Слушайте, а что там за дверь, если нам сюда нужно идти? Тогда что будет, если... А давайте откроем дверь, но заходить не будем. Просто посмотрим, куда она ведет. Что мы там увидим за этой дверью? Будь осторожен, обратной дороги... Тихо, тихо, обратной дороги нет. Это выход в круглую комнату. И, возможно, имеется в виду, что если мы туда выйдем, то потом зайдем сюда, мы не здесь окажемся, заново всю эту локацию проходить. Может быть, так имеется в виду? А зачем нам выходить в круглую комнату? У тебя выдающийся талант, заяц. Не только талант, а еще и уши. Они тоже неплохо так выдаются. Застынь, дальше ни шагу, а дальше не пройти. Смотрите, что вы тут наворотили. Да о чем это вы, а? Не отвертишься, мы знаем, что это вы, да, братец Тра. Обратные туда, они самые тролля-ля. А в особенности вон та маленькая девочка. Вот эта большущая девчонка, мы ее уже где-то видели, скажи. Не понимаю, что мы сделали не так. Ну? Что ну? Ну и как ты думаешь исправлять положение? Что не так обычная зеленая свинья? Это же не моя свинка. На свиней у нас нет времени, Тра. Мы опаздываем на важное чаепитие. Обратно из туда. Вы поспели к охоте на зеленых свиней. Мы охотно откроем путь, когда вы сгребете в кучу этих своих свиней. Что не так? Обычная зеленая свинья, что с ней не так? Надо сгребать их в кучу, в смысле, в какую кучу? Мы ее заморозили, что теперь? Вы слышали этот смех? Жесть. Где? Где она хрюкает? Эй, тихо ты! Он там? Туда можно зайти? Так, секунду, давайте вот этих сгребем вначале. Жесть. Это просто жесть. Ай да МакТвист. Я обожаю эту игру, ну реально, это очень весело. Куда мы сейчас попадем? Ой-ой. Я думал, это нас куда-то телепортируют, на какую-то локацию. Нет, мы просто свинтуса достали оттуда. А ну что, это был последний хрюкотательный девайс? Или еще где-то есть? Тут нигде не показывают, сколько их всего должно быть. А мы уже сколько? Четверых, получается, насобрали? Да, больше я уже как-то не наблюдаю нигде.
Вот теперь тут чисто и свежо. Да-да, братец Тра, всех зеленых свиней раскидали. Мы довольны или нет? Мы счастливы. Наши вам поклоны и прочие любезности. До свидания. Прощайте, до завтрачка. Ой. До завтрачка. Ну, это было весело. А так, может быть, он сохранится? Что-то это дерево живое слишком, оно меня... Да, будет бить. А мы знаем, что с ним делать. На тебя. А нет, его нельзя убить. Всякий раз восхищаюсь, Мактвисп. Сюда. Сюда. Подожди, если... А, нет, здесь ничего нету. А за дверью проверить, что там? Нет, ничего. Знаки опасности впереди. Опасность. Боевой кролик, что ли? Ой! Ну да, тут опасность. Используй часы, и все остановится. А что если сюда? Тут невидимый сундук есть. А вот и шляпник. Отлично, а я вначале хочу здесь осмотреться. Тихо, интересно, я туда смогу попасть? Перепрыгнуть. Ой-ой. Может быть, нам нужно бревно как-то поймать? Нет, бревно мы не поймаем. Я не думаю, что мы туда перепрыгнем. Как-то далековато. Там нужна сила невидимости. А мельница сильно шумная. Так, а там еще... Как туда попасть? По воде это вряд ли. Хотя, может быть, вот здесь вот можно. Здесь, возможно, мелко. О!
Ну, это, наверное, тоже. Здесь какая-то должна быть сила перспективы, может быть, или что? Меня интересует, можно ли нам вот сюда вот. Давайте попробуем. Нельзя. Я думал, там мелко. Ладно. Шляпник, ты что, спишь? А ну проснись. Проснись. Это ты? Не она, это шляпник. Мактвис привел не ту Алису. Абсолютнейшая Алиса. Я абсолютно уверен. Наконец кто-то признал. Раз ты вернулась, нам нужно торопиться. Набравный день! Долой кровавую ведьму! Простите? Долой кровавую ведьму. В смысле, Красную Королеву. Кот? Да. А кто она? Алиса. Абсолютнейшая Алиса. Наша Алиса? Облезла мурклая котодрань. Что с вами, дрожайший? Склизкий чавкающий шмяк. Я, кажется, порчу ваше милое чаепитие. Пожалуй, мне лучше исчезнуть. А ведь был с ним дружен. С Чеширом этим. Гадкое бестие. Да и шут с ним, шляпник. Бравный день не сегодня, завтра. Правда? Уже? Куда только время ушло? Оно еще дуется? Время ушло, потому что я его убивал в ожидании тебя. Разобиделась. Но, по-моему, самое время... Времени все забыть и все простить. То-то снова затикало. Вернулась наша героиня. Ну, теперь дело лишь за острым мечом. Только я ума не приложу, где его искать? А я вот, кажется, знаю. Отлично! Идем, Мактвисп. Идти тебе сейчас расхочется. Это от чего же? Меч в конюшне Брандашмыга, на Угрюмом берегу, за Красной пустыней. В Брандашмыгских? На Угрюмом берегу? К несчастью. В Красную пустыню быстрее всего попасть через хижину в лесу, что за домиком зайца, если интересно. Так вперед к лесной хижине. Как идти-то, подскажешь? Через мельницу. Превосходно. Где у тебя ключи от дома, заяц? А, понятия не имею. Но как же ты попадешь домой? Так дверь же есть, глупышка. Ух ты, теперь мы сможем играть за шляпника, да? А у него как раз, видимо, сила перспективы. Поднимитесь на подиум безумного шляпника, и там он сможет использовать свою силу. Я так понимаю, только в этих местах, с вот таких вот подиумов. Сила перспектива, больше он нигде... Подыщу другое местечко. Да, больше он нигде ничего сделать не может. А кот чеширский, он может исчезать. Соответственно, если он к нам присоединится, мы сможем... Вот там что-то делать. Шляпник, а ты хорошо прыгаешь? Попробовать перепрыгнуть туда? Ну, хотя смысл. Рисковать так ради одного сундука? Вряд ли. Там скорее нужна сила невидимости. На подиум мы сейчас поднимемся.
управляя безумным шляпником, нажмите Y, чтобы выбрать один из мигающих желтых предметов. Стоп, зажмите. Чтобы выстроить желтые предметы в линию, двигайте. Понял, как это работает? Ты. Слушайте, зачем нужны дверные замки и ключи, если можно сделать вот так вот? Никакой вор никогда в дом не попадет, если в доме не будет дверей. А дверь просто в кармане носить. Стэн! А? Выпей! Для храбрости. Ой-ой-ой! Что же ты? Шш! Ни звука, пока не ушел. Валет червей, главный миньон Красной Королевы. Если он тебя схватит, то мы все обречены. Ага, вот и наша славная сумасшедшая троица. Я ищу юную особу по имени Алиса. Помните такую? У королевы такое чувство, будто Алиса здесь. У нее чувство есть. Если прячете ее, то голов лишитесь. О, мы и так безголовые. Вам никакие Алисы не встречались? Взять их под стражу и на угрюмый берег. Королева сама решит, как с ними поступить. А чайку попить? Бля, ух ты, у него меч есть. Нет, а лучше Соня. Она более ловкая, реально, она лучше сражается. Что я нажал? Случайно. Надо поаккуратнее. А то мы не бессмертны. Это какой-то особо крутой. Что с ним делать? Сейчас посмотрим. Ой! Открой дивизию, дай! Какой-то он особо зверский. Ух ты! Две жизни сразу сносит нам. Жесть. А что с тобой делать? Нет. Нет. Броню сбивай, я понял. Ему нужно сбивать броню. Еще один бой, головоломка. Да не деревья ты! Останавливай, елки-палки. Он заморозил деревья вместо противника. Так, все-таки нужно нам идеи эти собирать, потому что бои уже становятся посерьезнее. Ну все! Как красную королеву! А что если поочередно сделать? Вначале так? Теперь? Нет? А ты? Может побольше урона несешь, а? Нет? Замедли его. Ну что, прилип. Дом пол жизни сносит сразу. Вот это противник сложный. Есть. Фух.
последнего рыцаря. Вот ужас! Прямо вылитый носорог. И не говори. Он сложенный, потому что он... Эй, он нам сломал стол. А где мешать будем? Он очень далеко бьет, очень далеко достает. От него убежать сложно. Шляпник, конечно, мечом машет. Но он не такой ловкий, как мышка Соня. Поэтому сражаться все-таки, наверное, лучше мышкой Соней. Которая более ловкая. Она вертится вокруг противников. И вот эти безумные идеи все-таки лучше собирать. Только... А там сундук, что я пропустил один? Как это так? Как я так смог? Здесь был кот. Носом чую. Как бы нам туда попасть? А давайте посмотрим, может быть, отсюда еще что-то сможем. Шляпник. Нет, больше здесь сделать нечего. Ну ладно, тогда... Сюда придем потом. А, так мы сюда вот и пришли, чудо. Я думал, как сюда попасть. Вот как. Слушайте, может быть, издалека нужно было забрасывать того рыцаря чайными сервизами, а то я не пробовал даже. Так, как мне этот сундук достать? А, и все поулетали. Нет, собрались, нормально. Так, то нам нужно время, видимо, здесь остановить и туда перепрыгнуть. А там потом дальше шляпникам перспективу уже искать необходимую. Хотим ли мы сохраниться? Конечно, мы хотим сохраниться. Так, и что ж, ребята, давайте здесь мы с вами уже на сегодня и прервемся. Сегодня мы с вами достигли прогресса, в новую зону пришли, шляпника встретили, и теперь мы можем им тоже играть. Потрясающе! Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока!